мы подошли к еще одной важной части курса с глубочайшими истинами. Она называется «Поразительное откровение о Божьем прощении» и состоит из двух занятий. Бог берет отмщение на себя, и как Богу удается прощать любые грехи. Удивительная тема. Надо сказать, я раз за разом поражался, пока собирал весь материал для этого курса от бытия до откровения, и говорил себе, вот все, что Бог сказал о прощении, все. Теперь я знаю все, что Бог хотел до меня донести. Вот оно собрано здесь. И потом я упорядочил этот материал для вас, чтобы и вы знали. Предположим, вы говорите с кем-то о прощении, пытаетесь помочь, и этот человек говорит, да, я терзаюсь, я знаю, да, Бог не прощает мои грехи, пока я не прощу, но все равно не прощу. Оказывается, 80% тех, кто отказывается прощать, делают это по одной причине. Знаете по какой? Почему им важнее не простить, чем избавиться от терзаний? В чем причина такого поведения? Чего они хотят? Они хотят мести. Этот человек так сильно меня ранил, что я его не прощу, пока он не пострадает так, как я. Сегодня мы обсудим этот вопрос, вопрос мести. Допустимо ли желание отомстить? Грех это или нет? Может, не грех? Интересный вопрос, правда? Думаю, вы поразитесь, когда узнаете ответ на этот вопрос и то, как быть с желанием мести. Вернемся к истории про девушку, изнасилованную четырьмя мужчинами на парковке. Можете представить, что она чувствовала? Унижение, нарушение границ. У нее варварски отобрали нечто очень ценное — девственность. И никто не вмешался, даже если и видел это, потому что боялся. Все эти преступления взывают к справедливости. Та девушка жаждала справедливости и заслуживала ее. Как же помочь человеку пройти через это? Эта девушка не могла простить обидчиков, пока думала о месте. Тогда я рассказал ей то, что рассказываю сейчас, но ну, только не так подробно. И сейчас я хочу поговорить о желании мести и почему оно возникает. Смотрите в пособии часть первая. «Сладость мести». Месть бывает сладка. Здесь цитата из Бытия 27, 41. Про Исава и его брата Иакова. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем, Приближаются дни плача по отцу моему, и я убью, это месть, Иакова, брата моего. И пересказаны были Ревекке, их матери, слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя». В английском переводе в последнем предложении сказано «утешает себя тем, что грозит убить тебя». Жажда мести утешает. Мысль о том, что наш обидчик будет страдать, сладка и приятно. О, да. Ведь этого требует справедливость. Итак, первый пункт. Месть — это нанесение ущерба или желание его нанести человеку, причинившему вам боль. Причинившему вам боль. Второй пункт. Обиженный человек жаждет отмщения, поскольку ощущает несправедливость. Это неправильно. Я пострадал незаслуженно, и тот, кто в этом виноват, должен пострадать так же или еще больше за свои дела. Третий пункт. Жажда мести остается в сердце, пока человек не сойдет со скользкой дороги непрощения. Помните семь стадий непрощения? Гнев, Горечь, злословие, сильная обида, ненависть и месть. Бывает однако, что вы сразу попадаете на стадию мести. Не обязательно проходить все стадии. Если с вами случилось что-то очень травматичное и ужасно несправедливое, от чего осталась большая рана, можно немедленно съехать вниз к желанию мести. Не обязательно все стадии, хотя обычно они бывают. И четвертый пункт. Жажда мести со временем усугубляется и приносит облегчение на эмоциональном уровне. Приносит облегчение. А теперь перейдем ко второй части с важным вопросом. Греховно ли желание мести? Первое. Взгляните на отрывок из шестой главы Откровения. Заметьте, где находятся эти люди и что они говорят. Что они говорят и где находятся. И когда он снял пятую печать, говорит апостол Иоанн, я увидел под жертвенником души убитых. Эти люди мертвы. Они мертвы. Их убили. Почему их убили? За Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть они не отреклись от Иисуса Христа, хотя им угрожали. Не отречетесь, отрубим голову. И возопили они, то есть мученики, громким голосом говоря, доколе владыка, они обращались к Богу, святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Погодите, на небесах есть грех? Нет. Ого! То есть, мученики на небесах, убитые, потому что не отреклись от Христа, будучи уже в раю, просят Бога совершить отмщение. Вы это уловили? Разве это не меняет то, как мы смотрим на месть? На небесах, где нет греха, люди молятся — «Они нас убили, Боже! Ты знаешь, что они нас убили, и мы жаждем отмщения сейчас же!» «Да коли, Господи, Ты не мстишь за нас!» Как там наши прежние представления? Немного сотрясаются, да? А как же иначе? Итак, первый пункт. Даже святые мученики на безгрешных небесах жаждут мести. Жаждут мести. Их желание праведно или неправедно? Правильно? Ведь на небе нет неправды. О, ничего себе. Второй пункт. Взгляните на второе послание к Фессалоникийцам, первую главу. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих». Мы хвалимся в церквах Божиих чем именно? Терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Послушайте следующие слова. «Ибо Праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Как, как это перед Богом? Праведно перед Богом воздать скорбью, оскорбляющим вас за веру во Христа и праведное поведение. Праведно, чтобы Бог им отомстил. Да а вам, оскорбляемым, терпящим гонение и испытание, покоем вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Прочтите вслух конец этого стиха. «В пламенеющем огне совершающего». Что? Иисус совершает отмщение? То есть это праведно? Итак, в вашем желании мести может не быть ничего плохого. Вполне возможно, что оно отражает Божье желание. Богу праведно мстить. Поэтому не нужно стыдиться своего желания мести. Это неправда, что желание отмщения — грех. И нельзя этого желать. Нет, если с вами обошлись несправедливо, вы этого не заслуживали, это было неправильно, ваше желание мести обосновано в глазах Бога. Некоторые из вас говорят сейчас про себя, да ну, разве Бог такой? А разве мы только что не прочли, что для Бога праведно мстить за вас? Да, это праведно. Итак, второй пункт. Бог мстит за вас тем, кто вас оскорбляет, и в его глазах эта месть праведна. Это месть праведна. Есть ли среди вас те, кому до сих пор не верится, что Бог жаждет мести? Взгляните на следующий отрывок. «Видите ныне, что это я, я, и нет Бога, кроме меня. Я, Бог, умерщвляю и я, Бог, оживляю. Я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда и застрю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, читайте вместе со мной, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Даже слишком прямолинейно, да? Изменили ли вы свое мнение? Вам теперь не будет стыдно или неловко, когда вы будете требовать справедливости. В глазах Бога отмщение праведно. Он говорит, я сойду с небес и ненавидящим меня воздам. Третий пункт. Бог сам клянется отомстить своим врагам своим врагам. Недавно я был в Замбии, одной из моих любимых стран. 875 пасторов и лидеров собрались там на два или три дня на мой новый курс «Божий ответ на проблему СПИДа». Для меня это было вроде репетиции. Впервые я преподавал этот курс в Кении для двух тысяч лидеров и даже провел полдня с президентом Кении потом в Замбии, а потом тут, в ЮАР, где мы записали его с помощью Mnet Studios. Так вот, в первый же день этим утром, когда я говорил о Спиде, как он опасен, как он поражает большинство африканских стран и некоторые другие страны, в перерыве ко мне подошла жена одного из пасторов. Я стоял за кафедрой, она подошла ко мне вплотную, я немного отступил, она подошла еще ближе. Я продолжал отступать, пока она не прижала меня к стене, и отступать было некуда. Тогда она сказала, «Я должна вам рассказать. Должна рассказать, что случилось у нас в селе». «Не знаю, что делать». Я ответил, «И что ж случилось?» «Один из наших сельчан продал свой дом и хозяйство, а потом взял стопку белых конвертов надо сказать, он переспал со всеми девушками из нашего села. И раздал по конверту каждой из девушек. Тут эта женщина расплакалась. Моя дочь тоже получила такой конверт. И что же в нем? Письмо и деньги. Деньги? Да, от этого мужчины. Того, кто все продал. Да. А что говорилось в письме? У меня спид, я умираю, но я умру не один. Ваша дочь теперь тоже умрет. Вот деньги на похороны. Задумайтесь над этой историей. Если вы не жаждете мести за такое, в вас нет ничего человеческого. Бог дал человеку свободу воли. Это один из его величайших даров и одновременно один из страшнейших. Ведь мы можем выбрать злые дела или наоборот добрые. Только представьте, что сделает всемогущий Бог с тем человеком, который убил много молодых девушек. Думаю, нам этого даже не вообразить. Одним словом, желание мести не грех. Вопрос не в желании, а в том, что вы с ним сделаете. Часть третья. Как быть со своей жаждой мести? Самый лучший библейский отрывок на эту тему находится в 12 главе к римлянам. Сейчас я прочту, а потом выведу из него семь шагов, которые помогут вам справиться с желанием мести. Итак, я прочту, а вы следите за мной. Никому не воздавайте злом за зло. Без исключений. Никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми людьми. Я тут кое-что объясню, погодите минутку. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, очень странный стих, если вырвать его из контекста. И не разобраться в значении. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Что? Мы же говорим о месте. С какой стати кормить врага, если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. А это еще что? И, наконец, итог этого отрывка. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Обсудим все по порядку. Первый шаг — никому не воздавайте злом за зло. Второй шаг не очень понятен. Если прочесть стих ниже, «Пекитесь о добром перед всеми людьми». Неясно, как это связано с тем, чтобы не воздавать злом за зло. «Пекитесь о добром перед всеми людьми». Я посмотрел этот стих в разных переводах. Например, перевод «Радостная весть». Никому не воздавайте злом за зло, старайтесь делать только то, что все люди считают добром. Мне пришлось потрудиться, чтобы понять этот стих. Я долго его не понимал. Что означает «пекитесь»? Этот глагол «печься» означает «планировать заранее, прежде чем что-то случится». Продумывать, что вы будете делать, если это случится. И, кстати, этот глагол стоит не в активной форме когда я сам что-то делаю, и не в пассивной форме, когда это делают со мной. Помните, мы говорили об этом, когда говорили о сострадании? Если вы падаете на колени, и это вызывает у меня сострадание, это пассивная реакция на происшедшее, но сострадание может быть и активным, мое целенаправленное действие. Тут же использована довольно редкая форма. Действие, направленное на самого себя. Не то, что вы делаете кому-то, это активный залог. Немного грамматики, да. Не пассивный залог, когда кто-то что-то делает вам. Это то, что вы делаете самому себе. Например, утром я побрился, побрил себя. Называется возвратный залог. Действие, направленное на себя. Возвратный залог глагола. В данном случае вы планируете заранее. Сами себе. То есть задумываетесь об этом. И о чем вы задумываетесь в контексте данного стиха? Никому не воздавайте злом за зло. О том, что вы будете делать, когда с вами приключится зло. Составляйте план, прежде чем кто-то причинит вам зло. Что вы будете делать, когда это случится? Не если это случится, это точно случится. Поэтому нужно подумать заранее. Когда вам причинят зло, как вы себя поведете? Как отреагируете? Ведь если вы будете откладывать и ничего не планировать до последнего, и кто-то поступит с вами ужасно, знаете, как вы наверняка отреагируете? Взорветесь, да? И воздадите злом за зло. Поэтому Бог говорит, нет-нет, не делай этого. Подумай об этом заранее. Спланируй, как ты себя поведешь так, чтобы это выглядело хорошо в глазах людей. Так ведь и сказано, «Пекитесь о добром перед всеми людьми». Люди видят, когда с вами обошлись несправедливо, и внимательно наблюдают за вашей реакцией. И если вы реагируете, как учит Библия, не позволяете злу побеждать, а побеждаете его добром, Каждый человек, видящий это, скажет, «Ого, вы только посмотрите, это похоже на то, как поступил бы Иисус». Итак, есть ли у вас план? Что вы будете делать, когда кто-то причинит вам большое зло, хоть вы и невинны? Бог учит нас иметь план на такой случай. Поэтому второй шаг — заранее примите решение, что будете воздавать своим обидчикам добром. Добром. Теперь третий шаг. Взгляните на стих. Не мстите за себя, возлюбленные. Это более чем понятно, не так ли? Третий шаг. Не берите месть в свои руки никогда и ни за какие проступки. Нарисуйте себе жирную рамку и скажите, я никогда не стану мстить сам, никогда на это не пойду. Нельзя переступать эту рамку. А теперь четвертый шаг. Взгляните на стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Как это? Дать место гневу. Ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Кому принадлежит месть? Господу. Поэтому пункт четвертый. «Верьте свой гнев Богу заявившему, что все отмщение принадлежит ему. Только ему. Что означает «дать место гневу»? Это означает сказать Богу, «Меня переполняет гнев, но я отдаю его тебе. Ты воздай за меня». Вы вверяете свой гнев Богу, который говорит, об этом не нужно просить как об особой услуге. Я сказал тебе с самого начала, что месть принадлежит мне. Послушайте внимательно. Вы не просите Бога о том, чего Он не хочет делать. Не нужно перед Ним оправдываться, когда просите Его о месте, ведь Он сам сказал «Мне отмщение». Просто скажите, я не буду сам выливать свой гнев. Я хочу, чтобы ты проявил свой гнев вместо меня. Дайте место гневу Божьему, потому что месть принадлежит Ему. Пятый шаг. Очень важный, не пропустите. Отметьте его звездочкой. Бог говорит, «Мне отмщение, я вас дам». Но люди почему-то этому не верят. Мы не очень-то верим, что Бог отомстит за нас. А хорошенько ли отомстит? Еще как. Если я увижу его месть, то закричу, достаточно, хватит. Эй, эй, остановись. Поэтому верьте, что Бог сдержит обещание и отомстит за вас. На том же курсе «Божий ответ на проблему СПИДа» я пошел на один рискованный шаг. Я не был уверен, как все пройдет, но решил попробовать, как наглядный пример. Там был зал с амфитеатром, и аудитория была смешанная, как чернокожие, так и белые. Я хотел довести свой пример до крайности, поэтому рискнул. Я выбрал в зале очень красивую белую женщину, блондинку, вызвал ее вперед и сказал, «Предположим, однажды утром она бегала в парке, а за кустами прятался мужчина. Я выбрал в зале мощного крупного мужчину, позвал его и продолжал. Вот он прячется, вот выскакивает, сбивает ее с ног, затягивает в кусты и там насилует. Он ненавидит белых из-за того, что было в прошлом. Она заражается спидом и потом умирает и просит Бога, «Отомсти за меня». Бог отвечает, «Хорошо, смотри сюда». А потом я сказал, «Представьте на минутку, что я ангел, ангел Божьего гнева». Я попросил того мужчину, конечно, он был не виноват и ничего плохого не сделал, отвернуться. Напомнил, что я ангел, взял воображаемую плеть с шипами на конце и начал бить по воздуху возле этого мужчины. Понарошку, конечно. Сильнее и сильнее. Да, серьезно, я делал это на глазах у всех. Плетки у меня не было, но в целом было очень реалистично. При этом я наблюдал за женщиной, и вскоре она закричала, «Хватит, хватит, остановитесь!» Я сказал, «Вот что такое месть!» «Мне отмщение я воздам, когда вы это увидите, а однажды вы это увидите, вы скажете, «Бог справедлив». Даже не так громче и выразительнее. «Бог справедлив! Он воздает за зло!» И пока вы не поверите, что Он воздает за зло, вы не изгоните желание мести из своего сердца. Вам будет казаться, что Бог, если и отомстит, то недостаточно. Но истина такова. Я воздам. Я справедлив. Я знаю все о происшедшем и о его причинах. И когда я воздам тому человеку по справедливости, ты со мной согласишься. Вот почему нам можно об этом не переживать. Взгляните на следующий отрывок. Именно его я и показал той девушке, которую изнасиловали. Первое, Фессалоникийцам, глава 4. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Сюда относятся распутство, изнасилование, измены, вот это все. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, то есть тело, в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога». И вот, послушайте, «чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим», речь идет не о родственнике, а о любом человеке, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. Почему? Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Что говорит здесь Бог? Если вы ведете себя распутно и поступаете противозаконно по отношению к другим людям, я лично, Бог Отец, найду вас и отомщу за содеянное. Без всяких исключений. Есть два греха, которые Бог совершенно не терпит. Теперь вы знаете, что это за грехи. — это непрощение и сексуальный грех против другого человека. Бог сам берется за дело в таких ситуациях. «Я отдам тебя истязателям. Я сам воздам насильнику и обидчику». Я так и сказал той девушке. Если бы вы увидели, что Бог сделает тем четырем мужчинам, вы бы и сами сказали «хватит». Бог воздаст. Он обещал. Следующая часть нашего отрывка несколько непонятна. Смотрите, что здесь сказано, стих 20. Итак, что значит «итак»? Из-за того, что только что было сказано. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. О чем идет речь? Напомните, почему мы не прощаем. Потому что мы хотим мести. А что будет, если мы скажем, «Я отдаю Богу свое праведное желание мести»? Да-да, праведное желание. Я жажду мести. И верим в свой гнев Богу, а Бог говорит, «Мне отмщение, я вас дам». А вы верите, что Он позаботится обо всем, так что вы не останетесь в обиде. Нужно ли вам тогда мстить? Нет, больше не нужно. Почему нет? Потому что это в руках Божьих. А вы теперь свободны. Свободны для чего? Чтобы накормить своего врага. Чтобы его напоить. Почему? потому что желание вашего сердца уже удовлетворено. А что означает собирать на голову горящие уголья? Это третье доброе дело. Если враг голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. А как это собрать уголья? Я слышал весьма странные толкования этой фразы про горящие уголья. Но вот как было на самом деле. В те времена огонь в доме служил и для приготовления пищи, и для освещения и обогрева. Когда огонь угасал, заново его разжечь было довольно непросто. Хозяйка брала глиняный горшок, шла к соседке и говорила, «У меня погас огонь, поделишься угольями». Та да, выкапывала несколько углей, складывала в горшок, давала соседке, которая ставила горшок на голову и несла его домой и разводила огонь. Это просто доброе дело, как и поделиться едой. Но видите ли, какая здесь глубокая истина? Вам не нужно беспокоиться о месте. Хотите мести? Ладно. В этом нет ничего плохого. Верьте свое желание Богу, и Он отомстит за вас. Верьте, что Он вас не обманет. Если бы вы видели все Его дела, то сказали бы, «Хватит, хватит, хватит!» Так зачем в тайне мечтать о месте? Доверьте ее Богу. Кому из вас нужно передать Богу желание мести? Поднимите руку. Многим. Большинству. Позволите ли вы Богу выполнить обещанное? Доверьте это Ему. Скажите, «Я даю место твоему гневу, воздай за меня». И тогда вы будете свободны для добрых дел. О, разве не чудесно? Не знаю, как вам, а мне это очень нравится. Правда? Это чудесно. Я читал в Библии множество примеров Божьей мести. Я долго это изучал, все примеры того, как люди вершили злые дела, а Бог им за это воздавал. Меня это очень впечатлило. Бог всегда воздавал. Порой Он переступал ту черту, которую я бы не переступил. Он воздавал обильно. И это дает мне ощущение свободы. «О, ты держишь свое слово, ты вправду воздашь. Месть принадлежит тебе, а не мне. Не буду за нее держаться. Вверяю ее тебе. И теперь я свободен творить вам добро. Я больше не гневаюсь ничего подобного. Взглянем на последний шестой пункт, поскольку отмщение берет на себя Бог. Вам остается являть обидчиком доброту. И последний стих из того же библейского отрывка, он прекрасен. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Здесь у нас повелительное наклонение. Два повеления. Одно в пассиве. Надеюсь, вы уже улавливаете эти нюансы. Одно в пассиве, а другое в активе. Что в пассиве? Не позволяй, чтобы происходящее зло побеждало тебя. То есть вынуждало совершать ответные злые дела. Это пассивный залог. Вам причинили зло. Посмотрите. Вам причинили зло, не причиняйте его в ответ. Не допускайте, чтобы зло вас побеждало. Побеждайте зло добром. И вторая часть этого стиха. Теперь действуйте. По-моему, это прекрасно. Действуйте и побеждайте зло добром. Побеждайте зло добром и будете подобны Богу. Всякий раз, когда вы мстите, вы проигрываете врагу. Он побеждает. Вы позволяете ему взять верх. Почему? Потому что не спланировали. Когда мне причинят зло, я не буду мстить. Я верю свой гнев Богу, полагаясь на Его слова. Мне отмщение. Я попрошу, чтобы Он воздал за меня, а сам буду добр к своему обидчику, и этим сражу его наповал. Четвертая часть. Как говорить Богу о своей жажде мести? Что именно говорить Богу, когда вы жаждете мести? Я привожу здесь два фрагмента. Слова пророка Иеремии и слова царя Давида. Иеремия. Итак, Иеремия 20.12. Пророк говорит следующее. «Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Видите, чего хотел Иеремия? Хотел сам увидеть, как свершится месть. Давид, у царя Давида был друг, ставший врагом, царь Саул. Если помните, царь Саул пытался его убить и преследовал его повсюду долгое время. Давиду это все больше и больше надоедало, что неудивительно. Удивительные его слова, записанные в 24 главе первой книги царств. Он обращается к Саулу издалека. Перед тем он прокрался в лагерь Саула, но вместо того, чтобы его убить, лишь отрезал край его одежды, чтобы доказать, что он мог его убить, но не захотел. «Отец мой», — так он называет Саула, — «посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил, хотя мог бы. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя». «А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее, Послушайте, что он говорит. «Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня». И это слышит вся армия. «Но рука моя не будет на тебе. Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Что просит Давиду Бога? Мести. Но что он говорит? Я не буду мстить тебе, Саул. Хотя ты много раз пытался меня убить, я не стану тебя убивать. Как по мне, царь Давид наилучший библейский пример того, как воздержаться от мести. Он делает это много раз, отличный пример. А теперь переведите дыхание, и я попрошу вас с открытым сердцем воспринять кое-что еще, что, возможно, вас удивит. Сегодня вы узнали много нового. Посмотрим на месть под другим углом. Как вы уже знаете, желание мести не грех. Оно может быть вполне праведным. Вы можете просить Бога, чтобы Он отомстил за вас. Однако при желании вы можете избрать другой путь. Часть пятая. По возможности проявляйте милость и не желайте отомщения. Здесь у меня пример Иисуса Христа, Стефана, апостола Павла и Соломона. Обратите особое внимание, например, Павла. Это самый важный стих данной секции. Пример Иисуса Христа. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О чем Иисус просит Бога? Простить тех людей. А если Бог простит, то и мести уже не будет. Второй пример, Стефан. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха этого!» О чем он просит? Не мстить. Как видите, люди свободны вести переговоры с судьей, ведь вы пострадавшая сторона. Автор следующего отрывка — Павел. Посмотрите-ка на меня. Он дает интересную пищу для размышлений. Вначале Павел желает мести одному человеку и просит Бога отомстить. А двумя стихами ниже не желает мести другим людям и просит Бога не мстить. Прочтем эти стихи. 2 Тимофею, 4 глава. «Александр, медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». О чем он просит? О месте. «Берегись его и ты, Тимофей, ибо он сильно противился нашим словам». И вторая категория. «При первой моей защите никого не было со мной, но все, все люди, которых я привел к Господу, меня оставили». Это же предательство, друзья. Это предательство. Да не вмениться им. Разве не удивительно? Вы понимаете, какой здесь вывод? У вас есть выбор. Вы имеете полное право просить, чтобы Бог за вас отомстил, и это будет справедливо, и Бог нисколечко не будет расстроен или разгневан на вас за это. Но послушайте очень внимательно. Вы также можете сказать Богу, я официально прошу тебя не мстить за меня этому человеку. А теперь сложный вопрос. Что из этого лучше? Сложный вопрос. Что лучше выбрать? Ответ. Оба варианта одинаково хороши. Сейчас я докажу почему. Желание мести праведно, абсолютно праведно. В нем нет ничего плохого. Оно ничем не хуже, чем просьба освободить обидчика от ответственности. Ничем. Нормальное христианское желание. И ничем не лучше сказать, «Боже, не вмени ему этого греха». А иначе вышло бы, что желание мести не вполне праведно а оно праведно на 100%. Не на 101, просто вполне праведно. И что же выбрать, что вам хочется? Разве не прекрасно? Кто-то говорит, «Я попросил Бога отомстить за меня». Еще кто-то, может, его ситуация даже хуже, но он лучше понял, что происходит, сказал Богу, «Пожалуйста, не надо мстить! Вообще, вообще!» Я верю, что Бог уважает наши просьбы. Так что выбор за вами. Ух ты! Здорово, правда? Вот секрет, как простить тех, кого трудно простить. Мощный секрет. И еще одно. Если выбираете Божью месть, прислушайтесь к предостережению от Соломона. Пункт 4, цитата из притчей. «Не радуйся, когда упадет враг твой, «О, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Но это же враг. Нельзя и порадоваться. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его. И он отвратит от него гнев свой. Так что берегитесь, чтобы не начать танцевать, когда ваш враг... Это очень остроумно. Чудесно. Выводы. Переходим к выводам. Привожу здесь важный отрывок. Просто послушайте. Вы уже хорошо потрудились на этом занятии. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, за ваши дела? Что в этом хорошего? Вы это заслужили. Но если делая добро, а такое бывает, вы делаете добро, например, сделали что-то хорошее для Бога и пострадали. И страдая терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. Что? Я к этому призван? Ну, может, вы и призваны, но я? Нет, нет, нет. Серьезно это шокирует. Вы к тому призваны. К чему вы призваны? К тому, чтобы страдать, как Христос. Не вам быть исключением. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Пример чего? Того, как принимать страдания за добрые дела, дабы мы шли по следам Его. А вот и оно. Слушайте внимательно. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Ни глубоко в сердце, ни в устах. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Нет, он не мстил. Страдая, не угрожал, но... Скажите это вслух вместе со мной. Предавал то судьи праведному. Вот и все. В следующий раз, когда будете страдать несправедливо, поймите, что это Божий дар. Ибо вы к тому призваны. Погодите, погодите, как это Божий дар? А вот так. Это шанс уподобиться Богу больше, чем в каких-либо других условиях. Это ваш звездный момент в глубочайшей яме. И у Христа был такой момент, когда Он... перевернул понятие мести и страдания с ног на голову. Поэтому вспомните, кому вы хотели отомстить, и откажитесь от этого желания прямо сейчас. Просто выкиньте его из сердца. Вот так. Примите решение, хотите вы мести или не хотите мести. Чувствуете свободу? Отлично. Дальше по программе. Вопросы для обсуждения. Но вначале примите подарки от служения «Научите все народы». Перейдите по ссылке, чтобы закачать бесплатные материалы.